Речь идет не про рядовых депутатов. Среди нарушителей много членов президиума, то есть те, кто за деньги возглавлял комитеты. Сергей Комаров, Михаил Сорожаков, Лариса Карпова, Валерий Мешанков, Николай Михеев, Светлана Могилина и Николай Бозыков. В список прокуратура добавляет Валерия Старостина. Среди нарушителей в новом созыве остались Могилина и Старостин. Кто-то из депутатов не вписал данные о счетах в банках, кто-то не указал доходы от процентов по счетам или занизил их. Есть и такие, кто небрежно заполнял справки. Нарушения не грубые, если депутаты с ними согласны и опубликуют это, то наказания не будет. Председатель Верховного Совета признал представление прокуратуры обоснованным. Отметим, прежде 7 муниципальных депутатов из разных поселений Хакасии лишились мандатов за нарушения в декларациях.